Всем добрый вечер, доброго дня у кого-то, наверное, будет. Кто как будет смотреть этот сюжет наш. Доброго времени суток. Доброго времени суток, да. Сегодня у нас распаковка тафеля очередного, последнего в этом году. Сегодня у нас какое? 30 января. О, декабря. Сегодня был тафель у нас. На 4 человека. Этот тафель стоит нам 2 евро. Двое взрослых, двое детей. Сегодня я получил последнюю очередь, у меня была. Сегодня я... Это должен был 17:30. А без 15:06 выдача. А выдал мне где-то 19:30 где-то. Да, да. Сейчас уже 9 час, да? Сейчас 20:09. Только папа приехал наш. В обед уехал? Да. Только приехал. Это хорошо, то, что тебя Прада, Саша, привез. Да, так бы, да. Кто, если люди без автомобиля, без машины? Ну, кто далеко живет. Ночевали бы на вокзале. Да, еда есть. Да. Ну, начнем. Ну, так вот. Я немножко простыла, поэтому Сережа у нас разбухал. Так, это у нас такое пицца с сыром, да? Ну, да, тёртый, да, уже. Тёртый сыр, да. Два пакета были. Два пакетика. Так, потом. Это вот такой брали, да? Шпазив. Кварк. Его выдают постоянно, да. Пекёшь, что ли? Что с ним делаешь? Да. И так можно кушать. Блинчики заворачивать. Две штуки, наверное. Так, йогурт такой у нас такой. Детский, да? Шоколадный, угу. Упаковочка. Такого йогурта. С шариками. Шарики, ага. Такие прям любят. Ну, тоже такое любят. Вкусно. Разные шарики там. Еще один такой. 5 штучек. Что это у нас? Тоже йогурт. Но он без добавок, без ничего, как натуральный. 4%. Слабый, да? Ну, он без всяких добавок. Нет, вкусный. Так, что у нас? Сосиски? Угу. Какие у сосиски? Да, можно на гриле, либо в духовке, либо просто обжарить. Угу. Так, паучок. Угу. Пучок паучка. Потом далее горох или фасольчик. А, нет, это, наверное, горох. Но я не знаю, как его готовить. Если кто знает, пожалуйста, напишите. Хотя, наверное, видео позже уже выйдет. Ну, посмотрю, да, в интернете, если что. Мы такое в Казахстане не покупали, не брали. И вообще не видела, что продавали такого. Картошка. О, кстати, давно картошку не давали. Угу, килограммчик, наверное. А мюсли, завтраки? Мюсли, да, шоколадные. Ух ты ж, папа любит у нас шоколадным. Угу. До 24 года апреля. Да, с молоком, кстати, с вот этим йогуртом будет вкусно. Они сладкие, а он не сладкий, будет вкусно. Морковочка такая. О, ё-моё, я только сегодня 2 килограмма перетерла. Нет, это вид такой морковки, по-моему, наверное. Морковочка. Тут еще у нас морковочка. Так, холодный. А, что кукурузный. Детский. Ага. Тоже для завтрака. Да, вот как раз мясо. Так, и такие. Так, рис, вот что-то, не помню, порвался, что ли. Рис. Ну, а там мясо. В пакете он... А, он ничего страшного, он пакетированный, да. Кстати, угу. И в Казахстане часто вот такой брала. Угу.
просто пакетики засыпает. Ой, в кипящую воду. Так, 16-18 минут. Ну, классно, рис мы любим. У нас в семье все рис едят. До 25 года. То, что видите, упаковка, видимо, порвалась. Вообще всегда рис, такой вот крупы срок годности всегда очень хорошие выдают. Ой, что это? Я сегодня смотрела, это когда брала для суш. Вот это вот... Да, это какая-то вот white рисовая, да, рисовые макароны. Вот из них можно приготовить что-то. Я сегодня еще смотрела, думаю, надо как-нибудь взять попробовать. А нам так это, видите, дали попробовать. Тоже до 25 года. Сроки везде хорошие. Просрочку в тафеле практически не выдают. Бывают на молочку и все. Какие-то печеньки, что ли? Ага. Кнопочки. Тоже вот до 24 года. Наверное, какие-то рождественские, мне кажется. Да, детские дырочки. Угу. Что еще? Печеньки такие сухие тоже. Тоже такие рождественские. Новый год прошел. Угу. И они... Срок не вижу. До мая 24 года. Все хорошего срока. И еще рождественские, да? Ага, вот тоже все хотела их попробовать. Они дорого стоят, кстати. Вот именно рождественская выпечка. И не всегда мы покупаем до 24 года. В этот раз попробуем. Печенюшки такие. Что это? Бульон какой-то, что ли? А, он прям бульоном? Прям бульоном? Интересно. Как жир, наверное. А, это какой-то кейс, это... Ну, у него вот до 31 декабря, завтра, да, у него истекает срок годности. Ну, я не знаю, честно, такое на вкус какой мы никогда не пробовали. Но я видела на витринах супермаркета лежит такой вот сыр. А это что? Не знаю, что-то какая-то жидкость с яблочком. Мид-апфель. Интересно, что это такое? Почитаем, переберем. Ну и маги. Тоже такие. 8 Бритики. Кубиков, да? Угу. Угу. 8 штучек. Ну и вторая сумка. Тут хлеб. Булочки. Булочки. Есть такие кругленькие? Да, да, да. О, сейчас буду чай. Я их обожаю. Просто реально. Они еще прям свежие-свежие, да? Ага, прям свежие. Ну что ж такие? Ага. Да, они прям свеженькие. Чаечек попьем. Ну, здесь вам хлеба с ним. Пакет хлеба. Ого-го, придется сколько заморозить, да, да нам? Булочки, да. С кунжутом. Покажу. Булочки немножко такие. Круассанчики, какая-то с сыром такая. Вот, ну, много хлеба. Я замораживаю, он потом как свежий из морозилки. Вот у нас в этом году, в уходящем году. Приходящим году. Да, всех с наступающим. Всех с наступающим Новым годом. Всем счастья, добра. Не злитесь. Да, чтобы у всех был накрытый стол. Да. Самое главное, еда, здоровье. Помнить, не забывать никого. Ценить. Да. Любить. Вот так вот. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока. Да. Кто-то, может, уже в Новый год посмотрит. Да. Остался денек. Всем чус. Чусы.